Здравствуйте! В эфире Андрей Михайлович Буровский, профессор Буровский. Несколько месяцев назад я завел свой канал на Ютубе. Канал «Говорит Буровский». Спасибо моему ученику и моему другу Максиму Збитневу, нам удалось это сделать, сам бы я не справился. Я развиваю на этом канале те темы, которые мне наиболее интересны. В том числе я сделал 3 выступления о том, кто мы можем быть для космического разума, сейчас о нем много говорят по понятным причинам, кто мы для него, кто он, этот разум, для нас, и провел земные аналогии, ну, в том числе с островом Северный Сентинел в Индийском океане. Там живет популяция людей, изолированная от всего остального человечества примерно 11 тысяч лет назад, когда поднялся уровень Мирового океана. Сейчас другой мой друг, Николай Субботин, позволяет разместить этот ролик для того, чтобы рассказать об этом, рассказать о том, что я думаю по поводу этого самого инопланетного разума и нашего разума, соответственно. Такой ответ, кроме того, я приготовил тем, кто писал комменты на мои ролики. А основная часть, разумеется, находится на канале «Говорит Буровский». Пожалуйста, идите туда, лайкайте, ругайте, критикуйте. Короче говоря, участвуйте в этом обсуждении.